Я решила, что нужно Гоше быстренько отпарить рубашку перед работой. Кстати, я хочу сказать, что вот эти вот системы, которая сама меняется, она супер удобна, потому что я сама поменяла все, что мне нужно, быстро и легко. Вот. Значит так, сейчас мы потестим шкаф. Ни разу этого еще не делала, потому что мы разбирали вещи, посмотрим, что получится. Я не знаю, как этим пользоваться, пока что я вообще ничего не читала, ничего не смотрела, просто нажму кнопки вот эти, и что-нибудь получится, я думаю. Я думаю, что нам нужно освежить. Быстро. 20 минут, и наша рубашка должна быть свеженькая. Сейчас вам покажу, что получилось. За это время я успела попить кофе, высушить голову, привести себя в порядок, что не может не радовать. И я ее уже люблю. Его, ее, не знаю, кто это, у меня мальчик или девочка, я еще не решила. Так, ну что, ну это супер. Я очень довольна. Вот это! Попробую рассказать вам про наши впечатления по поводу нашей новой спальни. Мы здесь уже посуществовали, примерили на себя этот дизайн. Могу сказать, что первое впечатление было немного другим, чем сейчас, потому что мне не очень понравилось. Мне не понравилось переизбыток текстур, фактур, уровней и всей вот этой истории. Но когда выключился весь свет, когда появилось дневное освещение, дневной свет, когда мы там чуть-чуть прибрали шторы, если включать какой-то точечный свет, все выглядит очень красиво. Могу сказать, что здесь очень комфортно быть, спать. То, что по цветам это очень приятно. Самое главное мое впечатление, это то, что мне здесь нравится находиться. Не хочется, в принципе, ничего менять, потому что когда я думаю о том, то, что мне нужно поменять тот же потолок, который мне не нравилось, вот этот... как будто у тебя пол ламинатный, и это вообще сложно со мной совместить, и на стене тоже. Но когда я понимаю, то, что их можно убрать и заменить опять вот на вот эти белые, наверное, это будет уже тоже не так классно выглядеть. В общем, об этом я буду думать, но уже могу сказать, что меня это не так смущает, как смущало вот по первому впечатлению. Мне начала нравиться задняя панель, вот эта очень. Она работает. Вот. У нас появилось безумное количество включателей-выключателей. Детей это очень радует. Они без конца это все нажимают. Постоянно открываются все шкафы. Дети тоже рады. Вот эти перегородки, я их не оценила пока что вот на все 100%. Почему? Потому что я ни разу еще не закрыла шкаф, чтобы это убрать. Я не понимаю, от кого нужно убирать эти зоны, потому что это вроде бы как спальня, а не гостиная. Пока еще ни разу их не закрыла. Я не думаю, что я буду их закрывать часто. Потому что мне, в принципе, не очень нравится, что получается эффект от этого огромного шкафа. И вот этот мне момент, не знаю, может, я это еще не поняла, но вот говорю как есть. Вот, а так вот эта часть очень красивая. Я еще думала о том, что мне почему нельзя, ну вот, например, сделать бы одну деревянную полоску и сделать вот эти те же самые три зоны. Но мне очень нравится, что вот есть это ограничение, что, ну, в смысле, разграничение, зонирование. Есть зона для меня, где я могу накраситься. Еще я хотела показать вот эту батарею, вот, которая просто произвела на меня классное впечатление, потому что она мне очень нравится. Это любовь. Я буду заканчивать, потому что они мне ничего не дают сделать. Хочу сказать большое спасибо проекту, всем, кто работал с нами. Было очень приятно. Все ребята очень заботливые, приятные. Пацаны, привет! Всем спасибо! Таня, это любовь. Пока!